Глава 3. Но близнецам было уже не до веселья. Пищевод кончился. Под ними бурлило свирепое, горячее море в содрогающейся пещере. Стены ее ходили ходуном, изгибались, терлись друг от друга. По морю плясали волны, а сверху сыпался едкий мелкий дождичек. Близнецы с всплеском погрузились во взметнувшийся вал. Макс вынырнул, завопил: «Желудок!» И увидел, что Молли изо всех сил старается отплыть от какого-то недожеванного куска нежно-бежевого цвета. Тут его захлестнула волна. Он всплыл, отфыркиваясь. Глаза страшно щипало. «Кислота!» — крикнул он и увидел, что Молли, увертываясь от чего-то красного и мягкого, плывет к салатному листику. «Макс, сюда!» — позвала она. Они вместе ухватились за лист и вскарабкались на него. Вольняшка приплясывал над волнами и хохотал так, что казалось, от него вот-вот ничего не останется. «Что тут смешного?» — негодующе проворчал Макс, вытирая глаза. «Это же кислота!» «Ну, не совсем!» — хихикнул Вольняшка. «Это желудочный сок, своего рода горячая похлебка. Кроме кислоты в нем есть еще много кое-чего. В рецепт, например, входит слюна. Желудок сжимается, выпячивает стенки, брыжется, но переваривает пищу желудочный сок. Обожаю соки! Ну не прелесть ли?» Он сделал широкий жест, чуть было снова не рассыпался и отвесил низкий поклон. В зеленый плотик близнецов врезался кусок редиски. Набежавшая волна чуть его не перевернула и плеснула им в лицо кислотной похлебкой. «Ух!» – вскрикнул Макс. «Кислота нас разъест!» «Так у нее сейчас концентрация понижена!» – небрежно успокоил их Вольняшка. «Обед ее заметно развел. А еще стакан молока. Оно должно было оказать заметное нейтрализующее действие. Могло быть куда хуже». «На том спасибо!» – буркнула Молли, протирая глаза. «А еще она убивает микроорганизмы!» – утешил ее Вольняшка. «Потрясающе!» – сказал Макс. «Во всяком случае, утонули бы мы совсем стерильными!» «Я все думала, что мне это напоминает?» – задумчиво произнесла Молли. «Словно проезжаешь сквозь автомойку!» «Угу, только без машины!» — добавил Макс. Вольняшка рассыпал несколько брызг. «Не надоело вам хныкать и жаловаться? Вперед! Пора выбираться отсюда!» «Но как? Выхода нигде не видно. Одни стенки». «Вот в том конце есть ворота». «Так чего же вы молчали?» — произнес Макс со вздохом. «Греби!» — сказала Молли, погружая руку по плечу в похлебку. И, подчиняясь их дружным усилиям, плотик поплыл к дальнему концу желудка. «Погляди-ка!» — вдруг сказала Молли. «Все стенки в слизи!» «Они так защищаются от собственной кислоты!» — объяснил Вольняшка. «Не то желудок сам бы себя переварил!» «Вот бы живот разболелся!» — заметил Макс. «Жаль, что мы не догадались обмазаться этой слизью!» — сказала Молли. «Правда, тогда бы на нас остались микроорганизмы». Она вытерла пот со лба. «А тут жарко! 39°, не меньше», — предположил Макс. «Лишь бы великан не подцепил лихорадку!» «По-моему, у меня начинается морская болезнь». Они обогнули выступ и оказались совсем близко от конца желудка. Но никаких ворот не увидели. Одни только вспученные бугром складки. «Тупик!» — Макс с упреком посмотрел на Вольняшку. Но тот лишь улыбнулся и даже толком не брызнул, а повис неподвижно. Вскоре среди складок появилось небольшое отверстие. Начало расширяться. Извивающиеся стенки желудка сжались одновременно. Близнецы еле удержались на плотике, так стремительно он проскочил в отверстие. Его закачало на быстрине, но затем
Он тихо поплыл по спокойной реке. Близнецы лежали, переводя дух, а плотик двигался все дальше под красными сводами круглого тоннеля. «Тонкая кишка», — сказал вольняшка, а когда стенки туннеля позади них сжались, подгоняя плотик, он весело добавил: «Перестальте-ка! Больше вам грести не понадобится!» Кругом царила приятная тишина, нарушавшаяся лишь редким всплеском капель. «Макс, тебя тошнит? Ты совсем зеленый!» — сказала Муля. «Большое спасибо за вопрос. Мне сразу стало легче. А вообще-то все в порядке, хотя нас и здорово качало». Он улыбнулся мужественной, но довольно кривой улыбкой. «Хорошо хоть, что тут как будто ничего особенного не происходит», — примирительно сказала Муля. «Почему же? Тут много чего происходит», — сказал вольняшка. «Только не так эффектно, как в желудке. Тонкая кишка совершает процесс пищеварения, прежде чем передать питательные вещества в кровь». «А где кровь?» Молли посмотрела вокруг, но увидела только мягкие красные своды да реку растворенной пищи. «Отсюда ее разглядеть трудновато», — ответил вольняшка и вдруг воскликнул: «Поглядите!» В реку из стенки лился зеленый водопад. «Но это же не кровь», — возразила Молли. «Это еще один пищеварительный сок. Он-то и завершает весь процесс», — объяснил вольняшка. «Часть поставляет поджелудочная железа, там, за стенкой, а остальное поступает по трубопроводу из печени». Он побрызгал над ними и позади них. «А я помню, где находится печень», — похвастала Молли и ткнула пальцем в живот. «Ну, почему водопад зеленый?» — поинтересовался Макс, вглядываясь в бегущую во все стороны рябь. «Зеленый он от желчи, которую вырабатывает печень. Желчь расщепляет животные жиры и растительные масла». Они продолжали плыть по тонкой кишке, которая петляла и извивалась. Бесконечная река под бесконечными сводами. Молли все ждала, когда же покажется кровь, но вскоре почувствовала, что сквозь лист просачивается сырость. «Тонем!» — вскрикнула она. «Лист весь в дырках!» И они отчаянно погребли к берегу. «Наверное, лист был покрыт оливковым маслом, которое предохраняло его в желудке. А сейчас желчь смыла масло, и лист начал перевариваться», — предположил Макс. Вольняшка одобрительно закивал. «А я все думал, сумеете вы сами сообразить или нет?» Близнецы выбрались на мягкий красный берег, и Молли укоризненно посмотрела на вольняшку. «Вы могли бы нас предупредить? Но так куда интереснее!» — хихикнул он. «Ведь верно?» «А теперь что?» — сердито спросила Молли. «Тоже мне проводник». «А что я такого сделал?» — фыркнул вольняшка. «И ведь вас унесло бы в толстую кишку. Дальше-то она начинается. А вы оба такие неженки, что вам там вряд ли понравилось бы. Там ведь одни отходы и мусор». «Да, конечно», — согласилась Молли со вздохом. «Но предупредить нас вы все-таки могли бы!» Она проводила взглядом расползающийся плотик. «Спасибо тебе, наш верный кораблик! Я буду вспоминать тебя всякий раз, когда мне придется есть салат!» «Придется ли?» — сказал Макс печально. «Мне не очень верится, что мы найдем Бакстера. Выберемся ли мы отсюда?» «Надо бросить такие мысли, а не то мы совсем раскиснем!» «Ты права. Выбраться мы сможем только, если сохраним хладнокровие и способность логично мыслить. И будем держать ухо востро. Во всяком случае, мы очень стерильны». Макс подергал свой рукав. «А где вольняшка?» «Вон, на том уступе. И машет нам». Они начали карабкаться к нему. Стенку тонкой кишки покрывал мохнатый, чуть липкий красный ворс. Нигде не было видно ни отверстия, ни собранных в одном месте складов. Вольняшка сидел на бугорке, бесхитростно улыбался и переплетал жидкие пальцы.
Ой, а он стал гораздо больше! Вдруг воскликнула Молли. Я только сейчас заметила. Верно. Но он же говорил, что может менять свои размеры, как захочет. Только менял он их постепенно. Не то мы обнаружили бы это раньше. И изменился не один вольняшка. Когда мы только влезли на лист, нам там еле хватило места. А сейчас он, хоть и почти переварен, кажется огромным. Но лист увеличиться не мог. И значит, уменьшаемся мы сами. Они в ужасе посмотрели друг на друга. Ну до какой величины мы можем уменьшиться, как ты думаешь? Погоди, воскликнул Макс. Я еле иду. Даже ногу поднять трудно. Они поглядели вниз. Их ступни погружались в липкий мягкий мех. Чем больше усилий они делали, чтобы высвободиться, тем глубже проваливались. По колено, по пояс, по грудь, по подбородок, по самые ошеломленные глаза. Красный мех бесшумно сомкнулся над вытянутой вверх рукой Макса. И близнецы исчезли без следа. Вольняшка только посмеивался, глядя, как они увязают. Но теперь он поднялся в воздух, вытянулся в тонкую нить и проскользнул сквозь стенку. Листик салата погрузился в реку. Стенки сжались, и она утекла дальше. Глава 4. Макс и Молли медленно опускались. Мелькали огни, струи течения обгоняли их, крутили, швыряли, подбрасывали в каком-то доверху затопленном туннеле. «Мы же тонем!» — охнул Макс. «Да нет же, я дышу, вот попробуй!» Макс осторожно подергал носом, потом сделал вдох. Действительно, он был погружен с головой, но дышал. «Как ты? Ничего?» — спросил он. Молли кивнула. «Что случилось?» «Не знаю. Все произошло как-то сразу. Меня вдруг что-то засосало. И вот...» «А где мы? Куда девался вольняшка?» Молли огляделась. «Тут все красное». Течение тянуло ее за одежду. «Посмотри!» Макс ткнул пальцем через плечо. Их нагоняла плотная вереница пухлых красных дисков. «Это эритроциты! Красные кровяные клетки! Ну, прямо как в книге! Мы с тобой в крови!» Они прижались к вогнутой стенке. «А я-то все гадала, где кровь?» Вздохнула Молли. «Вольняшка ведь сказал, что питательные вещества забирает она». «Мы все еще уменьшаемся», — она поглядела на свои руки. «Не знаю, тут не к чему примериться». «Ну что? Что нам делать? И вольняшка пропал!» — всхлипнула Молли. «А какой от него толк? Чем хуже становится, тем он больше веселится. Ничего полезного он нам не сказал. И легкие неизвестно где. Бакстера нам в жизни не отыскать». «А все-таки с вольняшкой как-то спокойнее. Хорошо еще, что нам тут есть чем дышать». «Еще бы!» Из стенки угрем выскользнул вольняшка. «Красные клетки уделяют вам чуточку своего кислорода. Они, с моей помощью, разумеется, доставляют его всяким другим клеткам и обменивают на углекислый газ. Ну, понравилось вам всасываться?» «А как по-вашему?» – огрызнулся Макс. «Неужели трудно было предупредить заранее?» «Макс, погляди! Вольняшка стал таким же, как раньше! Значит, мы перестали уменьшаться!» «Спасибо и на этом!» – проворчал ее брат. «Но все-таки, где мы?» «В капилляре! Мельчайшем из кровеносных сосудов!» – ответил вольняшка с широким жестом. «Он полон крови и восхитительнейшей влаги! Большие артерии разветвляются на миллионы таких капилляров,
и они вьются повсюду, донося кровь до самых удаленных уголков тела. А кровь, разбиваясь на ручеечки, замедляет течение и успевает произвести обмен с клетками. Вот эта кровь забирает питательные вещества из кишечника. С моей помощью, разумеется. Меня тут величают плазмой. И где бы они были без плазмы? Как немножко не возгордиться? Прошу прощения. Эритроцит повернулся боком и чуть было не застрял в узком сосуде. Он прижал их к стенке и еле-еле протиснулся мимо. «Мы устроили затор!» – ахнула Молли. Позади скопилась длинная очередь красных клеток, с трудом пробиравшихся между ними и стеной. «Двигались бы вы дальше!» – сказала одна из них, покачиваясь рядом с Молли. «Да вы и гляди, тромбоз устроите! Это же капилляр! Движение одностороннее! Стоянка и остановка запрещены! А уж торчание на дороге тем более! Ну куда вам, собственно, нужно?» «В легкие!» – пробормотала Молли, запинаясь от удивления. «Забрать нашего кота! Вы не знаете, где они?» «Еще бы не знать! Двигайтесь с кровью, и рано или поздно попадете в легкие! Кровь заглядывает всюду!» «Ну, положим!» – вмешался Вольняшка. «Есть такие известные мне местечки, о каких вы и слыхом не слыхивали! И вообще, их провожаю я! А ты проваливай!» «Вольняшка!» «Пока мы от вас особой помощи не видели», — заметил Макс. «Хм!» — обиженно фыркнул Вольняшка. Эритроцит посмотрел на Молли и спросил. «Тебе трудно плыть?» «Ага», — она подняла руку. «Одежда вся насквозь промокла, а кроссовки полны воды, ну то есть какой-то жидкости». И в доказательство она похлюпала обеими кроссовками. «Так давай я тебя подвезу. Сейчас узнаю, согласится ли мой товарищ позади взять второго. Нам ведь все равно надо убрать вас отсюда». Надувшийся было, Вольняшка уже вскоре весело хихикал, наблюдая, как они пробуют забраться на эритроциты. Молли уселась на своем. «Как надутая автомобильная камера!» Начала была она и тут же слетела вниз. Вольняшка просто перекувыркнулся от смеха и даже Макс улыбнулся. Но тут же сам позорно не удержался на своем эритроците. В конце концов, они попробовали поставить клетки боком и сели на них верхом. «Словно на пони скачешь!» – заметил Макс. «Только этим пони все равно, сверху их всадник или снизу!» «Эй!» – донесся голос откуда-то сзади. «Чего вы застряли? Мы вот-вот начнем слипаться!» К негодующему голосу присоединились другие. Но тут близнецы поджали ноги, и ток крови увлек их вперед. Они плыли, ударяясь о стенки, перекувыркивались, сталкивались с соседними клетками, которые вылетали в их туннель из устьиц других туннелей на редкость запутанного лабиринта. Макс, изо всех сил держась за свой эритроцит, поглядел через плечо на бесконечную вереницу одинаковых красных клеток. Когда же он снова посмотрел вперед, то не увидел ни Молли, ни Вольняшки. Они свернули в какой-то боковой туннель. «Я потерялся!» – охнул он. «Потеряться ты не можешь!» – возразил эритроцит под ним, и Макс даже вздрогнул, ведь до сих пор тот хранил полное молчание. «Сейчас мы заглянем в печень и сдадим ей питательные вещества, а оттуда прямехонько в сердце!» «Ну!» – Макс чуть не плакал. «Нам же надо в легкие!» «Так от сердца до легких рукой подать! Там уже не промахнешься!» «А все клетки разговаривают?» «Только когда хотим. И только когда мы совсем рядом. Правда, по слухам, есть клетки, которые переговариваются через все тело, но, значит, голоса у них погромче наших. А вот гормоны, вестники, которых посылают железы, хоть и путешествуют с кровью, с нами не разговаривают. Только высматривают клетки, которые знают их код». «Вы не могли бы поговорить с эритроцитом, который везет Молли?» «А зачем? Сейчас мы их и так увидим. Тут все капилляры начинают собираться в вену. Это ведь кровеносная система. Мы непрерывно описываем одну большую восьмерку. Да, кстати, я таких, как вы, еще ни разу не видел. По делам путешествуете?» «По делам. Кота разыскиваем», — ответил Макс. «Найдем и домой».
Эритроцит взвешивал полученные сведения. Если не считать кровеносной системы, тело он знал довольно плохо, но слышал, что оно таит много неведомого, обладает загадочными функциями и на кое-кого временами возлагает странные увлекательные поручения. Собственная его работа, при всей своей важности, была несколько однообразной, и порой он грезил о приключениях. Уж, наверное, этот, ни на кого не похожий незнакомец, выполняет редкую и опасную миссию под кодовым названием «Кота!» — повторил он про себя и шепнул Максу заговорщицким тоном. «Сверхсекретно? Нет-нет, не отвечай! Можешь на меня положиться! Доставлю по назначению!» Внезапно из устья узенькой вены вылетела Молли и столкнулась с ними. По мере того, как сосуды становились шире, движение все убыстрялось. «Ой, как я рада! Куда ты девался?» — воскликнула Молли. «Это вы не туда свернули! А вольняшка где?» «Там!» — Молли мотнула головой. «Хохочет! Он страшно развеселился, когда ты пропал!» Вена к этому времени стала огромной, и кровь вынесла их в печень. Затем сосуды снова начали дробиться. Течение замедлилось, и вскоре они уже тихо плыли по узенькому туннелю. «Вот здесь печень забирает питательные вещества», — сообщил им эритроцит, на котором ехала Молли. «Чтобы изготавливать желчь?» — спросила Молли. «Ага!» — воскликнув неведомо откуда, вольняшка поспешил ответить сам и смерил эритроцит злобным взглядом. «Печень вырабатывает желчь, но вообще-то она хранит запасы пищи и выдает ее понемножку по мере надобности. Кроме того, она обезвреживает всякие яды и токсины». «Яды!» – вскричала Молли. «Обед был отравлен!» «Да кто его знает?» Вольняшка пожал плечами, но продолжал объяснять. «Мы тут многое что считаем ядом. Алкоголь, например. К счастью для нас, печень поглощает их и разлагает». Продолжая жестикулировать, он поглядел вперед, словно бы потерял нить своих рассуждений, и мгновенно отстал. Верховые эритроциты начали перешептываться. Макс вгляделся вдаль и ахнул. Что-то огромное, весьма смахивающее на чудовищного осьминога, стояло поперек туннеля. «Что это?» — спросила Молли. «Телохранитель печени», — ответил ее эритроцит. «Это макрофаг из состава оборонительных сил. Он выглядывает посторонних. Но ведь удостоверение личности у вас с собой?» «Вольняшка!» — позвал Макс, оглянулся и как раз успел увидеть, как тот скрылся в стенке. «Эй, вольняшка!» Но вольняшки и след простыл. Хотя Максу показалось, что в последний момент он пугливо поглядел через плечо. Они неотвратимо приближались к осьминогоподобному макрофагу. «И что он делает с посторонними, когда их ловит?» — спросила Молли. «Съедает», — ответил эритроцит. «Если попадется очень крупный, он обволакивает его со всех сторон и потихоньку растворяет». Молли поперхнулась и уставилась на чудовище. Полудюжиной ног оно упиралось в стенки туннеля снизу, сверху и сбоку, подвесившись поперек их пути. Внезапно чудовище выбросило вперед небольшие лапки, ухватило какого-то злополучного малютку, бросило его в огромную дряблую пасть, проглотило, причмокнуло и улыбнулась. Затем оно повело из стороны в сторону выпученными глазами, увидело близнецов, снова причмокнуло и взревело. «Посторонние! Стой! Пароль и лозунг!» Макс и Молли скользнули назад по округлым спинкам своих друзей. «Не бойтесь!» — шепнул эритроцит Макса. «Мы вас не выдадим! Сейчас проскользнем мимо и прости-прощай!» Однако могучий макрофаг с быстротой удава крепко их ухватил
«Отпусти меня, бандюга!» Пискнул эритроцит Молли. Но огромная клетка, словно не услышав его, продолжала пялиться на близнецов. «Ого-го! Что бы это могло быть?» Загремела она. «Десерт прибыл! Ух, как я люблю десерт!» Макрофаг выбросил длинный нос и принюхался. Глаза у него выпучились еще больше. «Ну и ну! Чего только тело не кушает!» Еще один малютка чуть было не проскользнул мимо, но гигант с немыслимой быстротой ухватил его и швырнул себе в пасть. Потом почмокал, рыгнул и снова заревел. «Отвечайте, кто вы и куда направляетесь?» «Мы просто туристы», — заикаясь, ответил Макс. «И тут проездом». «А-а-а! Шутка не дурна!» Чудовище напрягло щупальца. Молли сглотнула. «А что вы едите?» Она кашлянула, чтобы унять дрожь в голосе. «Ужасно вкусное, да?» «Да нет, все одно и то же», — макрофаг опять рыгнул. «А вот вы оба с виду редкий деликатес». «Ой, что вы!» – перебил Макс. «Мы жесткие и жилистые! Сами поглядите!» И он напряг бицепсы. «А уж костлявые! Вот убедитесь своими глазами!» Молли пошевелила пальцами. «Вы наверняка нами подавитесь! Мы только застрянем у вас в глотке!» «А у меня никакой глотки нет. И я обожаю новые вкусовые оттенки и новые консистенции. О, я большой гурман! И вас попробую с наслаждением. Но, кстати, вы какие микроорганизмы?» «Да мы же дети!» — крикнул Макс. «Вот и отлично! Разовью свой вкус!» Пасть разинулась еще шире, готовясь их втянуть. «Погодите!» — взмолилась Молли. «Будь мы микроорганизмами, у нас и запах был бы, как у них, правда? А вы понюхайте, ведь нос у вас специально для этого, ведь верно?» Она плотно сжала губы и перестала дышать, всем сердцем надеясь, что желудок устроил им хорошую санитарную обработку. Макрофаг вытянул длинный гибкий нос и старательно обнюхал их. «Ну, микроорганизмы, не спорю, пахнут по-другому. То есть те, какие мне доводилось ловить. Но пахнет от вас, тем не менее, чем-то очень знакомым». Молли рискнула еще раз. «Естественно, мы же человеки! Ну, как ваше тело?» Тут же ей в голову пришла страшная мысль. А вдруг это тело и не человеческое вовсе? Какие, собственно, тела у великанов? Да и относятся ли они к тому же биологическому семейству, что и человек? Кто их знает? Огромная клетка вдруг вся подобралась. «Человеки! Почему же вы сразу не сказали? Моя первейшая обязанность — защищать человека. Я ведь принадлежу к оборонительным силам. Вы что, с инспекцией здесь? Сами видите, я на посту, готов глотать любые микроорганизмы. Следовательно, съесть нас было бы серьезным нарушением долга», — объявила Молли. «Но вы выдержали проверку с честью. А теперь пропустите нас и продолжайте исполнять свои обязанности столь же усердно».
Ну, как я мог догадаться? Пожаловался макрофаг. Человеков я никогда прежде не видел. А нас ни о чем не оповещают. Ничего, ничего, снисходительно ответила Молли. От ошибок никто не застрахован. Больше этого не повторится, отрапортовал макрофаг, отпустил их и распластался по стенке, давая им дорогу. Затем вытянул руку с обратной своей стороны и отдал им честь. «Значит, вот они какие, человеки!» Пробормотал он, занимая свой пост. «Кто же знал, что они такие уродики?» Едва они удалились на достаточное расстояние, как эритроцит Макса вскричал. «Верх остался за нами! Как это было блестяще проделано! Потрясающе! И как увлекательно! Задание будет выполнено! Наверное, вы у них самые лучшие разведчики!» Макс гордо улыбнулся. «Молли, ты замечательно придумала! Мне бы и в голову такое не пришло! А потому что тут логики никакой не было и в помине! Да и смысла тоже! Инспекция! Сказала, что первая на язык подвернулась!» Она пожала плечами. «А про каких разведчиков он говорит?» «Должен сказать, находчивость была проявлена немалая!» Донесся из-за стенки голос Вольняшки. А затем появился и он сам, сияя улыбкой. «Отлично вы вышли из положения!» Макс смерил его сердитым взглядом. «Большое спасибо за неоценимую помощь! Без вас бы мы, конечно, ни за что не справились!» «Ну что ты, какие пустяки!» «Всегда рад!»